Кондитерские изделия, булочки, пирожные, торты любит большая часть населения всех возрастов и категорий. Спрос порождает предложение. И в данный момент бизнес по выпечке хлебобулочных изделий очень популярен. В супермаркете «Колорит», расположенный в центре аулака Шахабль, на прошлой неделе прошла дегустация. Все желающие в этот день могли попробовать и оценить новые торты и пирожные собственного производства, а также хлебобулочные изделия. Конечно, попробовав сразу несколько видов изделий, не отходя от прилавка, легко определить, какой же пирожный или торт хочется взять домой. Это очень удобно, тем более, если впервые видишь на полке магазина новый красивый торт, но не знаешь, насколько он хорош внутри и понравится ли он тебе, ведь вкусы у всех разные, а покупать наугад не каждый захочет. Продукция, которую предлагали в «Колорите» на дегустации, действительно очень разная, и каждое изделие по-своему вкусное. Торты бисквитно-сливочный, панчо с ананасом, фруктово-йогуртный торт, киви, сникерс, пиле Рафаэла. Ассортимент хлебобулочных изделий также велик. Посетителям было предложено попробовать на вкус 5 видов хлебов, еще стопную выпечку. Больше 2 часов шла дегустация. Многие покупатели открыли для себя новые виды хлебобулочных и кондитерских изделий. Как видите, изделия местного производителя на любой вкус. Без покупки из магазина уйти не придется.